Если эзотерические обереги для дальней дороги, мы едем с Уренгоя в Краснодар на машине. Ваша ученица, вторая ступень. Нужно взять в одну руку яблоко, а в другую руку грецкий орех. Если в левую взять яблоко, а в правую руку, или положить в левую руку яблоко, или в левый карман яблоко, а в правую руку грецкий орех, и поехать в какую-нибудь дорогу, то никогда не случится никакой неприятности. Это имеет свое объяснение, какое объяснять не буду. В этом случае можно еще сделать вот что. Лоб намазать, извиняюсь за подробности, тилакой. То есть взять ароматическое масло и просто смазать лобик вот так. Если взять и положить в левый карман яблоко, а в правый карман любой твердый орех какой-нибудь, ну, можно кокос, мускатный мягкий, да, грецкий, лесной, да, жменьку тогда. Пригоршню нужно говорить по-русски.